пандус четвертого этажа. С пандуса четвертого этажа хорошо видна ведущая вниз спиралевидная лестница. Лестница – это прекрасный пример биологического понятия, вдохновившего Стивена Холла на архитектурные решения здания. От этого понятия происходит и название здания – хиазма. Хиазма означает перекрестие. Например, в генетике это точки соединения гомологичных хромосом перекрестие, где между хромосомами происходит обмен генетической информацией. Хиазма означает также перекрест зрительных нервов, способствующий целостности изображения. Целостность, сочетание изображений можно наблюдать в музее повсюду, как в его архитектуре, так и в экспозициях. Из окна пандуса видно здание парламента. Несмотря на массивную архитектуру, чем-то напоминающую хранилище с деньгами Диснеевского дядюшки Скруджа, здание со временем оказалось тесным. Поэтому в 2004 году вблизи было построено дополнительное здание. Оно стало называться ⁇ Маленький парламент ⁇ Чтобы депутатам, работающим в маленьком парламенте, удобнее было быстро перемещаться из одного здания в другое, от маленького парламента до парламента пробит туннель. Для скорости депутаты могут пользоваться в туннеле с самокатами. Интересно представить себе, что возможно и сейчас кто-то из видных политических финских деятелей, разрумянившись, отталкиваясь ногой, летит на самокате по туннелю, пробитому в скале Хельсинки.